И я хочу показать выдавленные краски на палитру. В данном случае палитра... Ага, вот я еще не выдавил изумрудную. Но это, опять же, у кого нет изумрудной, то голубая ФЦ прекрасно справится с задачей. И бирюзовенькую. Черненькую. Так, коричневенькая, черненькая. Итак, вот примерное количество краски, которое я выдавил на палитру. Много белил, много синего, черного, так, похоже, что это голубая ФЦ, розовая, любая розовая. Ну, это чисто цветочки там какие-то. Кадмий красный светлый. Из него получатся хорошие облака. Охра, желтый, белила. Это от предыдущих картин осталось, это не в счет. То есть перегружать палитру обилием красок не стоит. Разнообразием красок. А вот количество красок, конечно, должно быть немалое. Итак, действуем. У нас разбавитель. В наших баночках. Ну, в моем случае вот такая баночка. Вот себе из-под детского питания. Берем разбавитель. Берем белила. Берем синий. Синий здесь фактически каркасный цвет. Синий и черный. Фактически каркасный цвет. Это и цвет воздуха. То есть цвет окружающей среды, который наполнил всю картину. То есть картина у нас пленэрного толка. Пленэрного – это значит на воздухе. И вопрос стоит о количестве краски, которые мы заложим. Сейчас я это покажу и объясню, какое количество краски желательно и вам нанести. Вообще, как бы краска лоснится на поверхности холста от своей густоты, от своей кашистости. Консистенция краски стремится к густой сметане. Такой, простоквашино сметане. Избавляемся полностью от белого холста. Мало того, что мы таким образом намочим холст, то есть он уже станет податлив к следующим вхождениям, и уже как бы следующие вхождения будут вплавляться в эту среду. Ну и плюс появится плодородный слой фактуры, а масло – это во многом работа с фактурой. Масляная живопись – это работа с фактурой. И вот еще не закрасив, я вам сейчас покажу, как определить, какое примерно количество краски желательно накидать на холст. Если мы возьмем, вот, кстати, про мастихину я забыл сообщить. Если мы возьмем, ну, кстати, мастихин в основном нужен, конечно, для этого показа вот количественного. Если мы возьмем мастихин и сделаем вот такую дорожку, как комбайн в поле, не бреем, а именно удавливаем вещество, и излишек не пытаемся загнать в холст, а избавляемся от излишка и сбрасываем на палитру. Избавляемся от излишка и сбрасываем на палитру. Вот это количество, которое произошло
после удавливания нас интересует. Если будет мало краски, будет сложно работать, и небо не будет достаточно наполнено фактурой масла. Ну и, соответственно, будет выглядеть уже как жалкенькое исполнение. Масло любит фактуру, любит вещество. И сбриваю. Даже не сбриваю, а сдавливаю. Тут очень важный момент, что не сбриваем, а сдавливаем. И я дополняю низ. Хотел поговорить еще о строительных кистях. Вот такие строительные кисти. Прелесть как хороши. Не все подряд строительные кисти, а те, у которых есть достаточно широкая масса. И от того, что даже они короткие, от того, что они пострижены, от того, что много захватывают вещества, все это делает их полезными на первом этапе, а очень часто и не только на первом этапе. И как бы кажется, что ну, они же не художественные. Художественные кисти – это как бы флейт, он более тонкий, у него более тонкое вот это вот насыщение ворсом. Но очень хороша. И главное, ее даже держать по-особенному удобно. Ну, сейчас вы это увидите. Поэтому, у кого есть, оказалось под рукой вот такая мохнатка, заведите ее себе. Ну, или закупите, если еще магазины подобные открыты. Мы, кстати, сегодня кинулись купить то все из технических нужд. А уже все закрыто, все надо заказывать. И неизвестно, когда получать. Вот, это тоже строительная кисть. И тоже ею обычная кисть, какая-нибудь широкая и обычная, тоже справится с этой задачей, только больше дольше будете тереть. Вот. И вот, ну, конечно, вот сейчас вы увидите, какие у нас возможности. Так, у меня уже белила подзакончились, несмотря на то, что я много выдавил. То есть вы можете сориентироваться, сколько же вам нужно белил. Можно там тюбик белил отыскать. А, или даже не там. Да, там. Отлично. Итак, когда вы набрали небо и, ну, всю эту среду. Здесь даже можно не делать вот то, что мы делали мастихином. Мастихин, он как бы тестирует количество, да, в данном случае. Это не значит, что художники этим пользуются. Но в данном случае мы протестировали, какое количество нужно заложить на холст. Вы видите, больше излишек не появляется на краях. Но и продресей нет. То есть все плотненько упаковано. А это хорошо, когда оно плотненько упаковано. В 85% задач это хорошая плотность краски на холсте, на старте. Теперь у нас существует рисунок. Я сначала сделаю его бледненьким, и вы тоже сделайте этим же цветом, бледненько накидайте приблизительное место расположения будущих деревьев. Те, кто боится цвета, в данном случае могут спать, это самое, работать спокойно. Страх не может ни от чего появиться, поскольку у нас достаточно гризальное состояние. Ну, гризаль обычно коричневая, а в данном случае гризаль зеленит. И вот мы чуть-чуть себе обозначили будущий силуэт деревьев.